Брус – древнее славянское слово, значение которого сегодня знают далеко не все. По преданию, девушка принесла своему любимому обед на поле, где он трудился. Так вона його любила, що зняла хустку, прослала замість скатертини і на ній розіклала їжу, яства. І цю хустку потім назвали обрусом, скатертиною. І я, думаючи про те, який у нас щедрий народ, така ж як щедра земля, назвав цю книжку обрусом. І щоб реанімувати це слово... В антологию вошли произведения почти всех поэтов Запорожской области, как членов Союза писателей, так и любителей. Однако понятие «непрофессиональный поэт» не значит, что их поэзия хуже, считает глава местного Союза писателей Григорий Лютый. Многие из них создают настоящие шедевры слова. И окончательную оценку мастерству будет ставить время. К сожалению, сборник не лишен недостатков, говорят его составители. В первую очередь потому, что подготовка антологии велась в сжатые сроки, когда стало известно, что облсовет готов профинансировать издание книги. Если прежде на подобную антологию могло уйти до 6 лет работы, то «Обрус» был подготовлен за 2 месяца. Однако усилия и средства не были потрачены впустую. Любители поэзии уделили большое внимание выходу книги. Вы знаете, я вот с удивлением в первый момент увидел, что мест свободных нет. И слава Богу, что сегодня на презентации духовного продукта, будем так говорить, гораздо больше людей собирается, чем на презентации товаров, услуг, еще чего-то. Тираж новой антологии – 1000 штук. По одной книге получат все авторы сборника, а их несколько сот человек. Остальные экземпляры будут переданы во все библиотеки Запорожской области.